Всем привет! Вы смотрите видео на сайте rootnation.com, и сегодня у нас на обзоре недорогой компьютерный корпус Zalman Z1. Это корпус формата MIDI Tower, то есть средних размеров. Передняя панель сделана решетчатой, что выполняет сразу две функции – вентиляционную и декоративную. USB-портов на передней панели целых три – два версии 2.0 и один высокоскоростной 3.0. Причем подключается он к внутреннему коннектору USB 3.0, а не является просто удлинителем для USB-порта на задней панели материнской платы. Внутри корпуса установлено два тихоходных 120-миллиметровых вентилятора, один на передней панели снизу, второй на задней сверху. Еще одно свободное посадочное место для вентилятора имеется на передней панели, а вот верхняя и боковая панель лишены вентиляционных отверстий. Корзина для накопителей разделена на две части. Снизу можно установить жесткие диски и SSD, а сверху картридер и DVD-приводы. Середина же сделана свободной, что позволяет устанавливать даже длинные видеокарты, больше 30 см. Жесткие диски и DVD-приводы крепятся без винтов, но салазки сделаны из пластика, то есть вибрацию не глушат. Из того же пластика сделаны ножки корпуса, которые, впрочем, достаточно высокие, что способствует хорошему забору воздуха вентилятором блока питания, установленным снизу. Рядом с блоком питания имеется пылевой фильтр. Широкий вырез на панели крепления материнской платы позволяет с удобством устанавливать процессорные кулеры, а выпуклая боковая крышка позволяет не ограничивать себя в высоте кулера. Пространство для кабель менеджмента не то чтобы очень много, но оно все же есть. Кому же мы можем порекомендовать корпус Zalman Z1? Да практически всем, за исключением лишь двух случаев. Первое, это если вы собираете игровой ПК с двумя и более видеокартами, для охлаждения которых обязательно требуется вентилятор на боковой стенке корпуса. И второе, это объемное хранилище, подразумевающее наличие большого количества жестких дисков. С остальными задачами, будь то универсальный мультимедийный ПК или игровой с одной видеокартой, корпус Zalman Z1 справляется отлично, за что заслуженно получает нашу фирменную награду, одобрена RootNation. Больше статей и видео на сайте rootnation.com. Спасибо за внимание, всем пока!